В Тверской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась виртуальная акция «Поем вместе, Катюша». В ней приняли участие 48 исполнителей, представителей творческих коллективов и солистов из 30 муниципальных образований Верхневолжья. Большой виртуальный хор собрал Тверской областной дом народного творчества. Видеозапись народной акции «Поем вместе, Катюша» доступна на сайте учреждения. odnt-tver.ru. Эту песню для акции выбрали не случайно. «Катюша» – одна из самых популярных советских композиций, один из неформальных символов Великой Отечественной войны. Ее написали в 1938 году поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер.